решил помочь женщинам в работе по дому в преддверии 8 марта и как феминистки покорили небо. Об этом не только в нашем обзоре. Звездные драки. Солист группы One Direction распустил руки против папарацци. Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Луиса Томлинсона с девушкой пытался сфотографировать мужчина. Певец настойчиво отбирал у него камеру, а его возлюбленная стала драться с двумя фанатками и даже упала на пол. Звездную парочку изолировала охрана, а позже задержала и предъявила обвинение в хулиганстве. Пришлось заплатить залог в 20 тысяч долларов. Бой баба в кадре видеорегистратора. Американский водитель снял на камеру сцену жестокого избиения женщиной своего мужа. Она попросту выволокла несчастного на обочину, где набросилась с кулаками, при этом мешая дорожному движению. А после села за руль и скрылась с места происшествия. У британцев тоже нервы на пределе. Посетитель забегаловки головой огрел своего приятеля и устроил с ним драку с поломанными стульями и разбитой посудой. Разнимать дерзких нарушителей порядка пришлось поварам и официантам. Им бы в небо. Впервые в истории мир облетел самолет с исключительно женским экипажем. Лайнер компании Air India совершил рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско. При этом экипаж подбирали специально к Международному женскому дню. Кроме того, барышни удостоились мирового рекорда. Их перелет зафиксируют в книге Гиннесса. Енот-полоскун выполнил женскую работу, перемыл всю посуду. В Казахстане животное забралось в дом и стало старательно драить грязные тарелки. Правда, не очень аккуратно, некоторые разбились. А когда в кухню вошла хозяйка, енот попытался скрыться с места преступления. Удивительно еще и то, что в этом регионе Казахстана полоскуны встречаются крайне редко. Волны-монстры едва не потопили паром в Австралии. Огромные столбы воды высотой в 4 метра практически полностью накрывали судно. Уникальные кадры удалось снять одному из членов экипажа, при том, что сам он рисковал быть смытым за борт в любую секунду. Суперволны – нетипичное природное явление, которое все чаще угрожает кораблям у австралийских берегов. Формируются они из-за глобального потепления и изменений климата. Муж и жена – одна модная тенденция. Парочка из Японии каждый день надевает одежду под стать друг другу. И так 37 лет подряд. Если у супруги, скажем, красная юбка, ее муж наденет свитер в тон. Если кто-то выбирает рубашку в клеточку, второй непременно нарядится в такое же платье. Чита модников ведет странички в соцсетях и собирает тысячи лайков. Модные бренды даже дарят им одежду, лишь бы те в ней сфотографировались.